зимы, и каплями с неба размыло следы, как будто бы ты боялся меня, хотя это вряд ли придумала я. Новые роли нашей большой любви, чувства на волю не помешали. Линии жизни пересекаются, не получается. И все бы отдать за рядом с тобой. Неосторожно так, но снова к тебе навстречу ты. Знакомый рассказ по радио, песня зачем-то про нас. Наверное, все не важно теперь. На фото улыбка, а ты просто не верь. Новые фильмы нашей большой любви, как же бессильны перед судьбою мы. Линии жизни пересекаются. Всем здравствуйте, друзья! Телерадиоканал «Страна ФМ», Антон Климанов, Полина Мята в студии. Рада всех приветствовать. Это пятничный вечер. Сегодня мы традиционно не одни. Да, хорошо, что это уже добрая традиция становится. Мне это очень нравится, безусловно. Да. У нас сегодня красавица просто в гостях, на которую хочется смотреть и молчать. Спасибо большое. И слушать, самое главное. Песни. Да, только что мы клип увидели, послушали. Может быть, даже подпевать. У нас сегодня в гостях Маша Кольцова. Привет! Маша, здравствуй. Здравствуйте. Как у вас круто. Нравится? Очень. Ну, приходи к нам почаще. Да. Есть стимул больше работать, чтобы чаще к нам приходить. С новыми премьерами. Совершенно верно. Потому что Маша сегодня пришла не с пустыми руками. Маша сегодня принесла нам... Я пришла с очень яркой штучкой. Со своей, можно, да, уже говорить? Конечно. Со своей новой песней, которую я лично хотела сделать осень многих людей, всех людей, ярче. Песня называется «Ярче помаду». Многие думают, что это женская только песня. Нет. Моя цель этой песни была сделать ярче осени девушек и молодых людей, и всех-всех-всех. Я читал в твоих социальных сетях, не помню, где, в Инстаграме или в ВКонтакте, ты говоришь, что очень любишь осень. И недоумеваешь, почему осень не любит многие. В чем радость? Я недоумеваю, потому что осень для меня — это настолько зрелое время года, что, во-первых, она очень красивая, она очень яркая, и она вдохновляет меня всегда. Если летом такое больше расслабленное состояние, то осенью мне всегда хочется вот творить, писать. И на меня нападает мое любимое вот это состояние творческое. Меланхолия, немного грусти. Я оживаю. Хотя родилась я летом, но вот для меня осень — это вот со времен школы еще сразу я начинаю слушать что-то такое... Грустное? Ну, оно грустное. Минорное. Но оно энергичное всегда. Прекрасно. В общем, Маша у нас практически Пушкин. И мне захотелось в этой песне, хоть она танцевальная, моя «Ярче помаду», но она как раз такая вся атмосферная, очень светлая. О чем она, о любви? Грусть. Она вот состояние влюбленности скорее.
Вот об этом вот сладком состоянии, которое обычно, опять же, весной почему-то испытывают большинство людей. Вот, но мне захотелось это перенести в осень. Потому что осенью тоже можно влюбляться, расцветать, оживать. Вот он уже идет рядом, влюбленным взглядом. Даже, мне кажется, полезнее для организма, потому что осенью все такие, знаешь, угрюмые, с депрессией, все плохо. А тут подъем духа. Но мне кажется, ты будешь выделяться среди серой толпы, так сказать, если ты влюблен. Правильно. Как бы все такие угрюмые будут идти, а ты такой... Друзья, если у вас есть вопросы к Маше, то, конечно же, задавайте их. Телефон прямого эфира, вы можете нам дозвониться и спросить лично. 8-495-276-089-9 или WhatsApp и Viber пишите 8-909-928-189-9. Мы скоро продолжим. Да. Крепче за нас держись и не отпускай, я не отпускаю. Тебе спустилось, тебе дождем, веки осталось в сердце твоем. Все, что мне нужно ночью и днем, мы с тобой вдвоем, вдвоем, вдвоем. На твоих ладонях все начертано о нас. Я тебя искал столько раз. Прикосновения стирают сомнения. Нет никого, кроме нас. Тепло твоих рук, твое притяжение. Теряя время, не счет растворюсь. И между нами только лишь путь. Все, что мне нужно ночью и днем. Мы с тобой вдвоем, вдвоем, вдвоем. На твоих ладонях все начертано. Маша Кольцова, очаровательная девушка, талантливая, что самое главное. Это, да? Вот. Представила, что здесь клавиши. Да, вот скажи, пожалуйста, ты сама пишешь песни? Конечно. Музицируешь все это самостоятельно? Я пишу сама слова, музыку. Иногда я делаю даже аранжировки. Вот. И раньше я выкладывала в сеть прям свои работы. Вот. Но поскольку все-таки каждый должен человек делать свое дело, поэтому я вот то, что я сочиню, отправляю грамотным людям, аранжировщикам, и они уже создают красоту дальше. Скажи, пожалуйста, как? Есть ли какой-то алгоритм сочинения? Вот меня всегда это интересует. То есть, ну, я, к примеру, говорю, ты моешься в душе и тут... Да, пришло, вот, ребят, или именно, как это? Именно так бывает очень часто, в самый неподходящий момент. Бывает, когда у меня вот песня есть «Я не уйду», это мой первый сингл, она мне пришла, когда я мыла посуду. Я просто стояла, мыла посуду, и мне пришел припев. Вот, а дальше уже я там сажусь за клавиши, дорабатываю, придумываю куплет, припев, ну, точнее, прихорус.
Вообще, бывает, что врасплох тебе застает мелодия во сне, и ты просто не понимаешь... Что делать? Вот у меня никогда в жизни не получалось проснуться и записать. Мне обычно снится, что я уже просыпаюсь и записываю, но, блин, сон во сне получается, что во сне. Меня обманывает, да, мое подсознание. А так вот, бывает, что я специально сажусь за клавиши и просто музицирую, оп, что-то пришло, зафиксировала. И, как правило, у меня всегда приходят сразу слова с музыкой. То есть я не тот человек, который пишет... Отдельно. Да, музыку на стихи. Вот это вообще не про меня. Здорово. Хотя у меня бывает точно такая тоже, я думаю, коллеги меня поймут. Написал первый куплет, припев, вот вроде все готово, да, и вот слова ко второму куплету могут приходить месяц, полгода, год. То есть вот это к тому, что нужно сразу, вот состояние пришло. Сразу его схватить и зафиксировать. У нас есть телефон-звонок, у нас есть на связи Александра. Саша, из Москвы дозвонилась. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой вопрос? Вы знаете, хотелось бы задать вопрос Маше. Во-первых, хотелось бы поздравить Машу с премьерой клипа. Пожелать ей дальнейшего процветания и чтобы клип вошел в массы. А вопрос, что ты ожидаешь от этой осени? Что ты ожидаешь от этой осени, Маш, спрашивает нас Саша. И, конечно, пожелала удачи тебе. Сашуля, большое спасибо за такой замечательный вопрос. А вообще я от жизни никогда вот ничего не жду. И именно в этот момент, когда ничего не ждешь, с человеком случается все самое интересное. Потому что когда у тебя ожидания, ты уже как бы рисуешь себе картинку в будущем и уже отбираешь оттуда энергию. И вроде уже как будто что-то произошло. Честно, я это не то, чтобы я вот такая вот пассивная, плыву по течению, нет. Но я в процессе, я здесь и сейчас. Наверное, я жду от себя все-таки еще больше вдохновения, еще больше песен хитовых, вот. Я всегда прошу сверху, чтобы это состояние меня никогда не покидало. И, наверное, этой осенью я сочиню много песен хороших, которые... Остался всего лишь месяц, Маша, поторопись. Да, осталось. У меня вообще, я так рада. Вот у меня действительно с этой осенью я каждый день за... Пошло прям, что называется. Да, за клавиши. Поймала волну такую. То есть, да, я ленилась все лето, и я поняла, что так, все, осень, и меня просто не оторвать. Вот это, на самом деле, для творческого человека всегда самое сложное — сесть. Сесть, да. И начать что-то делать. Да, так что я жду вот новых песен от себя, и хочу еще я похудеть еще. Маша! Но мы тут выяснили за эфиром, что Маша-то покушать любит. Очень, да. Да, кстати, у меня вот было много разных, да, способов похудеть. И когда я перестала сейчас вообще думать о еде, у меня вот вес стал... Как бы я никогда не была прям большой. Ну, мы все девушки, у нас всегда есть то, что не видит никто, но мы это знаем. Я, в принципе, сейчас себя устраиваю, но мне бы хотелось еще поменьше. Нет пределу совершенства, это называется. Это точно. Да? Все вот. Мы хотим быть как Антон. Да. Вам до меня, девушки, еще далеко. Худеть и худеть. Да. Еще раз напоминаем, что у нас в гостях Маша Кольцова. Можете смело задавать ей вопросы также в WhatsApp и Viber и дозваниваться к нам в студию в прямой эфир. Не спеша идти домой, мне достаточно.
побудь со мною. Я не устану повторять, побудь со мною. Мы обращаем время вспять, побудь со мною. Хотя бы несколько минут, побудь со мною. Прошу тебя, со мной побудь. Ла-ла-ла, 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 побудь со мною. Со мною. Мы обращаем время вспять, побудь со мною. Хотя бы несколько минут, побудь со мною. Прошу тебя, со мной побудь, побудь со мною. Я не устану повторять, побудь со мною. Мы обращаем время вспять, побудь со мною. Всем здравствуйте, друзья, телерадиоканал «Страна FM», Антон Климанов, Полин Мят в студии. У нас сегодня в гостях удивительная, прекрасная Маша Кольцова. Почему-то никто об этом не говорит, но скажу я, она очень похожа на Монику Белуччи. Ой. Никто не обращает? Ну, посмотри, Полин. Не, ну есть, конечно, что-то есть. Ну, правда. Смотри, вот когда она не улыбается, ну правда, Моника Белуччи. Моника, это... кстати, вообще никогда не улыбается. Она очень серьезная дама. Ну, это же прямо... Это же меня взбодрил, прям, я прям счастлива. Ну, правда. Очень красивая Моника. Какой молодец. Зачем? Я не умею говорить, на кого люди похожи. Для меня это очень сложно. Я не знаю, я не могу как-то это. Я всегда, когда людей вижу, я всегда у меня. У меня всегда даже все на всех похожи. А я не могу. У меня мало того, у меня некоторые на животных похожи. Я просто. Это здесь не я? Ну, ладно. Так, продолжаем с Машей Кольцовой. У меня есть вопрос, да. Мы в предыдущем выходе Маша сказала про свои желания, и я так понимаю, что ты страдаешь такой визуализацией. Вот очень многие артисты вот все время говорят о своих желаниях, визуализируют, представляют. Да. Что это такое? Как это работает? Что за живое желание, которое ты сказала за кадром? Ну, знаешь, я раньше визуализировала вот прям в точности себе все, что хотела. И мне казалось, что я, ну, отбирала энергию у будущего. Поэтому сейчас я так не делаю. Ну, то есть... Ага, мне как? Кажется, так недолго до паранойи вообще. Да, я себе раньше рисовала, как я вот приеду в Москву, значит, буду выступать, спою с Димой Биланом на одной сцене. Спела? Вот. Ну, мы познакомились, мы пообщались, но мы не спели, я думаю, что все еще впереди. Все еще, да. Да, вот. Ну. Скажи, пожалуйста, недавно мы говорили о меланхолии в осени. В связи с чем у меня возник вопрос. Какой у тебя темперамент? Если кто не знает, темпераменты бывают четырех типов. Сангвиник — это значит, когда мозги управляют чувствами. Холерик — чувства управляют мозгами. Флегматик — мозгам не хватает чувств. И меланхолик — чувствам не хватает мозгов. Вот ты, вот ты кто из этих? Я, кстати, с детства этим вопросом задавалась, тоже читала вот эти все обозначения. Холерик, конечно. Холерик? Да. То есть у тебя чувства управляют превыше всего? Потом я думаю, да, после того, как уже сделала. Что же я наделала? Мне кажется, это вообще преимущество у девушек, в основном все холерики. Ну, не всегда девушек. Да, Полина, не всегда девушек. Ну, не знаю. Друзья, у нас в гостях Маша Кольцова. Если у вас есть какие-то вопросы, можете нам позвонить 495-286-089-9 или WhatsApp и Viber 909-928-189-9. Мы скоро вернемся. Потапа тута! Ага, и Нася здесь! Вот вам летняя песня! Пум-пурум-пум, пум-пурум-пурум, пум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. Пум-пурум-пум, пум-пурум-пурум, пум-пурум-пурум-пурум-пурум. Далее Виталик, все по безналу. Вагоны загрузили, можем теперь деньги принимать. Алло, Виталик, если б знал, как все задрало. Эх, Виталя, как хочу я уйти.
его не будет, а будет только лето. Где ты? Мы море пива и креветок, в сахарной пудре, бычка в конфетах. Где ты? Лето. Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только пиво, пиво, водочка. Плывет по морю лодочка. Ветер с моря бьет в лицо, будто теплой плеточкой. Пиво, пиво, водочка. Плывет по морю лодочка. И поцелуй медовый твой, так пахнет пахлавой. Я лежу напряжу, ни на кого не гляжу. Кремом ножки намажу, стану и покажу. Я песочек отряхну и хвостиком махну. Ну ты будешь что-то делать, знакомиться, ну? Где ты, лето? Мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Где ты? Мы море пива и креветок, в сахарной пудре, пучка в конфетах. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Мы живем, мы живем, мы же выживаем. Мы бежим, 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 лето мы не замечаем. Мы же соки, 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 соки выжимаем из себя. Свое лето упускаем. И вы, и вы, и вы тоже. О, боже! На остальных похожи. И верите в приметы, что это последнее лето перед концом света. Где ты, лето? Мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Мы море пива и креветок, в сахарной пудре, бычка в конфетах. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Будет только лето. Я не богат, но чувствую себя словно миллионер. Глаза горят, когда себя ловлю я на мысли о ней. У нас полбака бензина и два пылающих сердца. Мы мчим по куполам синим, вдали от сплетен и версий, запечатляя моменты, ловим ветер руками. Город дышит огнями, танцы под облаками. Снова путаем ночь и день, и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Снова путаем ночь и день, и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Жизнь стала больше, чем тире между дубами. Я не богат, но чувствую себя словно миллионер. Когда себя ловлю я на мысли о ней. Начнем наш вечер с такого. Танцпол и барные стойки, в бокале что-то и кола. Хочу сказать тебе столько. Введем запрет на запреты. Со мной останься собою. Пусть этот день не проходит, пусть эту ночь мы запомним. Снова путаем ночь и день, и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Снова путаем ночь и день, и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем тире.
У нас сегодня в гостях Маша Кольцова, у нас это Антон Климанов и Полина Мята. И на телерадиоканале «Страна FM». Естественно. Хочу напомнить вам наш координат. Если вдруг вы хотите нам позвонить и задать вопрос Маше прямо здесь сейчас, пожалуйста, набирайте 8495-276-089-9 или WhatsApp и Viber 8909-928-189-9. Пишите. Маша, у меня к тебе серьезный вопрос. Давай. Как ты думаешь, чего не хватает российскому шоу-бизнесу, ну, назовем это так, хотя мне не нравится это слово, чтобы достичь уровня западного? Ну, мне кажется, мы приближаемся, мы уже где-то близко. А какие артисты? Каких бы ты выделил наиболее вот такого европейского, вот, американского? Я думаю, что Земфира, которая собрала два раза, да. Один раз в Питере и следующий день Москва, по-моему, полный олимпийский. Она два дня подряд это причем делала в Москве. Разве это не показатель? Да. Это круто. Хотя, заметьте, человек просто вообще даже не думает о формате, мы сейчас говорили вот за кадром, да, не думает о формате, зато она делает все качественно и от души. Но мне кажется, это самое главное. Вот просто не предавать себя, вот делать то, что от тебя исходит. Если это народу нравится, значит... На Западе все исходит от артистов. Вот на Западе, мне кажется... Ну, условно, возьмем мы сейчас Риану, да, Бейонс. Мне тоже, я часто об этом думаю, мне кажется, что на Западе вообще нет ни одного случайного артиста. Вы заметили, у нас часто бывает так, что кто-то появляется, ну, спел что-то, еще что-то спел, и все. И пропадает. И пропадает. Да. На Западе, вот, я просто анализирую, ни одного не случайного. Мне кажется, что там, я, конечно, не знаток, но мне кажется, там тоже есть, просто до нас они как раз не доходят, ну, и поэтому быть, ну, как да. кажется, что все хиты, все молодцы, все ну, да. работают. То есть они уже, если что-то выпускают, они знают, что это будет вечно жить. Ну и опять же, там работает целая команда над... почти над каждым артистом. Ну, этой команды часто не хватает здесь, ты хочешь сказать? Вот, даже не смогу тебе ответить. Все настолько индивидуально. Я не думаю, что у Земфиры была прям какая-то огромная команда, продюсерский центр. Была просто ее... Тяга, желание. Был ее талант. И трудолюбие. Есть ее талант. И гитара. И гитара. И гитара. Да, терпение, да. труд, все перетрут, как говорится. У нас работайте, друзья. Да, не случайный трудолюбивый Влад Соколовский. Далее. ВС-20. Да, он же. Мишенью. Обожаю эту песню. Да, читал я твой пост, что тебе очень понравилось. Вот такую музыку я очень люблю. Послушаем и посмотрим сейчас. Как шумят мысли в проводах, но не получилось. Не забудь свои мечты, забери с собой, и нет меня в них, а только ты. Может так, любовь, это не сложно, падать вниз, просто обернусь. И если можно не я.
FM. Все к лучшему. У нас сегодня в гостях Маша Кольцова. Вот пришло сообщение в WhatsApp. Маша, привет с Кипра. Тебе пишет Слава. Скажи, пожалуйста, свои любимые места в Москве. Калисперо, во-первых. Калисперо. Да, ну, в Москве. Так, я живу в центре, слава богу. Поэтому я выхожу. Везет кому-то. Да, я выхожу, и у меня вот прям все любимые мои места, они рядышком, близко. Я очень люблю Патриаршие пруды, Малую Бронную, потом дальше так по Большой Никитской пройтись. В общем, хорошо. А часто ты гуляешь вообще по Москве? Да, очень, особенно летом и весной. В прогулках вообще вдохновение приходит, да? Приходит, да. Ну, я не знаю, когда ты идешь, там плитку меняют, ну, как бы... Нет, а вот мне тоже кажется, что осенью, когда там еще как-то, может, дождь моросит, идешь, темно. И шурга, машина, да, и машина такая мимо проехала. Антон, ну ты обламываешь нашу вообще. Ты не понимаешь. Я реальный человек просто, а не как вы, феи. Ну, кстати, у меня вот даже бывает, что если у меня есть время до выступления, я выберу, предпочту пешком, чем такси, потому что, ну, если близко, опять же, я же живу в центре. Ну да, если ты на Северном Бутово бы уже не пошла, конечно. Можно дойти до площадки. Я могу прогуляться, там, если у меня позволяет, и костюм мы уже на площадке, я могу вот, да, вдохновиться еще больше, погулять по центру. Еще попросили Инстаграм твой, спросили, часто ли там сидишь, одним словом описать свой Инстаграм, и много ли ты поклонников своих знаешь лично? О, а Инстаграм меня найти очень легко, Маша Кольцова, я там прям первая. Раньше я прям очень много уделяла времени Инстаграму, практически жила там, сейчас все-таки я больше уделяю времени музыке, творчеству, но никогда не забываю про Инстаграм, он у меня всегда под рукой, то есть я делаю всегда стори, стараюсь как можно больше живых фото. Вот, ну, все так дозировано. В Инстаграме я активнее, чем где-либо, скажем так. Да, и еще был вопрос, общаешься ты с поклонниками бывает, лично? Могу, знаешь, да, ли? Могу, знаю некоторых и с кем-то даже дружим. Вот, бывает такое. Такое бывало, что вы познакомились и там прям друзья-друзья? Да, у меня есть две подруги, с которыми я из сети, вот, они слушали мои песни, и потом мы стали дружить, мы даже ходили гулять, вот, вместе, да. То есть все вообще вот так бывает. Здорово. Когда действительно есть такой контакт со звездой, да, это очень приятно. Да, когда люди адекватные. Это очень приятно, это очень круто. Мы скоро вернемся. Маша Кольцова у нас в гостях. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. 909-928-1-89-9. Люди делятся на тех, кто делает свое дело, и тех, кто только лишь плетет языком. Как бы они сделали это, если бы умели так же? Пытаясь укусить того, кто был проверенным псом, в то время, когда ты сам еще был щенком. Так никто и не понял, почему не отвечаем. Мы не игнорируем, мы просто не замечаем. Хип-хоп-культура не терпит придуманных слов. Что ты слышал от тех, кто везде и всегда готов? Вам не будет рекламы, как бы вы там ни просили. Не хватит бабок, чтобы имя твое произносили. Лови мои посылы от России до Украины. Если мысли едины, несут рубли или гривны. Акулы рэп-индустрии, чувствую новые силы. А ты ждешь момента, чтобы опустили красиво. L.I.O. И только так. Все еще верю в хип-хоп, улицы знают правду. L.I.O. И только так. Все еще верю в хип-хоп. Я должен видеть ваши руки над головой. Мои люди, покажите, что вы со мной. Продолжаем это делать от всей души. Музыка, чтобы жить. Все то, что в треках сказал, ты в жизни сделаешь вряд ли. А я на записи и в жизни как две капли. Моя уверенность сильнее всех этих попыток. Мы превращаем молчание в золото слиток. Тебя спросить забыли, тебя спросить забыли. Научиться уважать то, что тебе не под силу. Чтобы не было запаха, тебя лучше не трогать. Помнишь, рожденные ползать, летать не смогут. Это понятно, уважать сложнее. Ты такой же фейк, как и безделушки, что висят на твоей шее. Не жди рекламы, вы не готовы платить. Я верю в рэп, и значит так должно быть. Ты понял? L.I.O. И только так. Все еще верю в хип-хоп, улицы знают правду. L.I.O. И только так. Все еще верю в хип-хоп. Я должен видеть ваши руки над головой. Мои люди, покажите, что вы со мной. Продолжаем это делать от всей души. Музыка, чтобы жить. Улицы не спят, улицы следят, улицы твердят.
далеко. Улицы не спят, улицы следят, улицы твердят. Ты есть хип-хоп. Я еще верю в хип-хоп. Я должен видеть ваши руки над головой. Мои люди, покажите, что вы со мной. Мы продолжаем это делать от всей души. Музыка, чтобы жить. У нас сегодня в гостях была, еще пока есть, Маша Кольцова. Да, к сожалению, уже наш разговор подходит к концу. Поэтому, Маш, каких-то давай о планах с тобой поговорим. Вот что в ближайшее время поклонникам ждать? У меня намечается очень интересная тема в моем инстаграм. Я хочу сейчас, прям вот сидя дома перед камерой, спеть несколько своих песен. Просто в акустике под клавиши мои. И предоставить... подписчикам право выбора, какую песню, какая песня мне больше всех понравится, такую я и выпущу. Думаю, что, надеюсь, к зиме. Прикольно. Да, правда, прикольно. У меня там еще есть, ну, что-то недописано, поэтому нужно сейчас... Так надо сыграть там. А помогите слово. Да, здесь что-то недописано. Может, тебе что-нибудь подскажут, почему нет? Ну, я вот такую мы придумали штучку. Это будет настоящий интерактив, на самом деле, с твоими подписчиками. И они сами выберут то, что им по душе, то, что хочет слышать народ. Прекрасно. У нас на очереди твоя последняя работа, свежайшая, которая называется... «Ярче помаду». «Ярче помаду». Расскажи, пожалуйста, как снималась, как работалось над этим... этой песни, над этим клипом? Клип прям получился обычный день, не совсем обычной девушки. Красивое утро, собирается на работу, приезжает, ее встречает съемочная команда, у нее там... А кто она, актриса брюлики. Или модель? Ну, я играю саму себя, певица. Просто певица. У меня в этот день была фотосессия. Заодно решили клип снять. Для журнала. И, кстати, это правда. Вообще ничего не сыграно. Все правда. И журнал один очень модный. Приезжал, брал интервью. И это все в клипе есть, как девушка берет интервью. Потом, значит, я прихожу домой. Уставшая. И кто, вы думаете, меня ждет? Любимый мой настоящий человек. Настоящий молодой человек в клипе моем. А это твой настоящий молодой человек? Да, ой, здорово. Семейный подряд. То есть вообще мне не пришлось играть и ни секунды этого клипа. И самое главное, что мне хотелось этим клипом, опять же, донести состояние вот это вот яркое, скрасить, дорогие слушатели и зрители, вашу осень. Поэтому смотрите. Прекрасно. Но через некоторые мгновения у нас как раз появится. Мы... оценим. Да, оценим, кстати, 500 000 вот уже буквально несколько дней назад выложили. Мне очень... Просмотров ты имеешь в виду? Да, просмотров. Полмиллиона чего? А вот вам 500 000, ребята. Да, Маша, у нас здесь тоже не 500 000, правда, побольше, я тебе скажу, в наши подарки от телерадиоканала «Страна». Да, сувенирный продукт, пожалуйста. Носите, радуйтесь дома, когда будете в меланхолии в осенней. Прогуливаясь по центру города в нашей кепочке и в маечке, попивая кофе из кружки. Да, ни одна машина не обрызгает, я договорился. Спасибо большое, ребят. Да, ну что, давайте прямо сейчас смотреть клип Маши Кольцовой «Ярче помаду», наслаждаться, радоваться. Маш, спасибо тебе большое, с новыми работами. Ждем в гости. Приходи к нам, пожалуйста. Было очень приятно познакомиться. Взаимно. Пока, Маш. Смотря в отражение, наушники, радио, простые движения. Шагаешь уверенно, погода не радует. Ты любишь гулять, когда вода с неба падает. Случайно увидела простого прохожего, такого красивого, на принца похожего. А что, если это он? Бывает же всякое, ведь ты еще не знаешь о том, что сделает осень с такими, как ты, с такими, как он, с такими, как я. Ярче помаду, слышишь, ярче помаду, выше голову и навстречу холоду. Ближе, ближе. Он уже рядом, смотрит влюбленным взглядом в твою сторону. Как же это здорово. Ярче помаду, ярче, ярче.
глазами и мыслями смешалось волнение с опавшими листьями. О чем ты задумалась, прошла не увидела, но что-то внутри тебя кольнуло, и, видимо, он тоже почувствовал такое волнение. Никто еще не знает о том, что сделает осень с такими, как ты, с такими. С такими, как я, я тебе помогу.